Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Новиков. Я сотрудник МЧС России, а еще профессиональный тренер по фитнесу и бодибилдингу. Я веду здоровый образ жизни за счет спорта, правильного питания и других полезных привычек. Присоединяйся, я научу. Сегодня я покажу вам один из вариантов выполнения упражнения бёрпи. Для этого вам не понадобится много места и спортивный инвентарь, лишь огромное желание привести себя в форму. Друзья, на самом деле бёрпи – уникальное упражнение. Во время его выполнения работают мышцы спины, груди, плеч, рук, пресса, ног, ягодичные, икроножные, да почти все. Давайте уже приступим. Сначала покажу медленно. Итак, исходное положение. Ноги на ширине плеч, стопы параллельны друг другу, руки опущены вниз. Начинаем с наклона корпуса вперед. Как только руки коснулись пола, откидываем ноги назад. Получилось упражнение планка. Опускаем корпус. Важно, чтобы грудь и бедра коснулись пола. Теперь в обратном порядке. Руками выталкиваем себя наверх, ноги подтягиваем к рукам. Встаем, делаем прыжок и хлопок над головой. Продолжаем. Теперь покажу в темпе. Не отставай. Начать советую с 3 подходов по 10 повторений. Такая нагрузка ускорит ваш метаболизм и позволит оставаться в тонусе. Делай бёрпи регулярно. Подписывайся на нас и стартуй. У тебя все получится.